Собственники квартир рухнувшего дома на набережной Дубровинского начали получать новое жилье. Выплаты из бюджета уже поступили 11 орловчанам. Еще 6 получат их в ближайшие дни. Сейчас готовятся необходимые документы. В стадии, значит, те, которым уже выплаты произведены, уже приобретены помещения 3 собственниками. И еще в стадии уже заключения договоров купли-продажи еще 2 собственника находятся. Напомним, что 6 собственников квартир в разрушенном доме номер 68 на набережной Дубровинского в Орле отказались от подписания соглашений с представителями власти Орла о выплате денежной компенсации за свои квартиры. Предложенную цену в 50 тысяч рублей за 1 квадратный метр жилплощади они считают недостаточной. Оспаривать эту сумму они будут в судах.